precious, please. 1 minute. Yeah, but we wait for...
сегодня? Артист, хотите добиваться мир? You want to нам, батальон. Yes. Go to our army. Да. But peace, you no. can't fight with you. Okay, you no, army. Ты okay, армия, good. Хорошо. I'm an artist. Other job. А я артист. Он говорит, вы армия, это хорошо, это ваша and работа. And а я артист, у меня другая работа. Нет, так у нас и артист тоже, иностранцы тоже. Патриосов, кстати, итальянец тоже у нас слушает. And he has also Italian artist in our army. Он говорит, да-да-да, я знаю, знаю. Вот у нас бразилец. What's your name? Как вас зовут? Виктор. Виктор. И тогда я сниму. Добро. Я хочу красить. Мы считаем, что Рикардо. Рикардо. Решил сделать мир краше и сделать таким танком. Просто хотел показать миру, что воевать это плохо, это таким да. вот красочным образом сделать пижаму Хочешь для танка. Сделать миру. Да, мир во всем мире. Да. Правда, это слишком высокий идеал. Но так красиво. Красиво тебе? Красиво, креативно, очень рада. Ты Весьма своеобразно. But this guy is not no one. It's just a military. This guy which talk in military is no one. So. But it's not about this Ricardo. It's a lot of people like this, and they call to museum and ask questions.